магнитола под номером 3884. Как вы видите, у нее идет разноцветный экран, подсветка клавиш красного цвета и клавиши сенсорные, то бишь панель полностью вся сенсорная, никакого механического управления. Здесь в комплекте по стандарту инструкция, пульт дистанционного управления, ключи для того, чтобы отстегнуть шахту, шахта одета на магнитоле, шнуры для подсоединения питания. Подключение происходит подобным образом. Замки смещены специально здесь по центру, здесь в углу, для того, чтобы вы не перепутали. Стоит предохранитель, вход для антенны и вход для AUX колокольчиков. Панель абсолютно вся гладенькая, несъемная, сенсорная. Никаких механических нажатий нету. Воспроизведение музыки происходит через microSD-флешку без каких-либо переходников. Также магнитола оборудована USB-входом для флешек USB и AUX 3.5 джек. У всех магнитол выходная мощность 4 по 50 Вт. Во все магнитолы встроен FM-тюнер. И все магнитолы управляются с пульта дистанционного управления, который входит в комплект. Магнитола с сенсорным дисплеем, как видите, идет разноцветный сам экран, светомузыка, управление абсолютно сенсорное, тише, громче, соответственно, переключать радиостанции. Как-то так.